Грета Жукова примеряет новое сценическое платье. Девушка заказала именно такой подарок ко Дню защиты детей. Грета очень любит петь. Ну, не знаю, разные. Бывает, вспоминаю про старое, которое раньше пела. Прихожу после школы, и у меня идут репетиции до 4. А потом я отдыхаю, или просто прихожу, мне дают текст, мы прослушиваем песни, мелодии и начинаем учить песни. Директор детского дома имени Матросова с гордостью показывает спортивные награды своих ребят. Мы заняли 2-е место «Матч добра». Это 15-й год. «Матч добра» 16-й год, 1-е место. То есть уже достижение перспективы в дальнейшем развитии. Мы проводим, участвуем в пейнтболе. У нас есть лучшие игроки. Это Парчунов Александр. Мы участвовали в картинге. Всего 4 девочки и 18 мальчиков. Такой состав детского дома уже предполагает патриотическую направленность и спорт. Это главная линия воспитательного процесса. Поэтому и заказы ребят к 1 июня для коллектива прокуратуры Ульяновской области оказались вполне ожидаемыми. Заказ такой? Да. Ну все, держи пакет, здесь сладости. От всей души с праздником, успехов, спасибо. Хорошего летнего отдыха. Обновляют кроссовки сразу же. Футбол здесь любимое занятие. Подарки ко Дню защиты детей в основном спортивные. И каждый по индивидуальному пожеланию. Потому что летом много спортивных массовых соревнований. Заказывают на лето обувь, там вдруг другая одна порвется, с другой можно одеть, играть. Как размер это? Да, отлично. Для прокуратуры Ульяновской области и Ивановского детского дома такие встречи – приятная традиция. С 2013 года коллектив прокуратуры взял шефство над этими ребятами. Каждый праздник здесь встречают весело и с подарками. За этот период, в общем, создалась такая добрая атмосфера. Если в первый наш приезд они несколько сидели настороженные, они не разговаривали, то в последующие приезды, то есть вот это неформальное общение, но раскрепостило их, и мы стали общаться более тесно. Причем эти встречи не ограничиваются стенами детдома. Например, ребята с удовольствием участвуют в концертных программах для ветеранов, проводимых в прокуратуре Ульяновской области в связи с Днем Великой Победы. Ксения Грищенко, Александр Абрамов, «Вести Ульяновск» из Ульяновского района.